Доброе утро! Сегодня воскресенье, 5 апреля. В эфире государственная жилищная лотерея. Дорогие друзья, я надеюсь, у вас есть вот такие билеты сегодняшнего тиража, потому что сегодня мы будем разыгрывать две квартиры и, как всегда, множество денежных призов. Этот билет может стать билетом в вашу новую счастливую жизнь. Кроме того, напоминаю, что в нашем лототроне сегодня останется три шара. Это будет дополнительный ход, который повысит ваши шансы на выигрыш. Итак, призовой фонд сегодняшнего тиража жилищной лотереи составляет 7 212 550 рублей. Суперприз на сегодня 3 000 000 рублей. Мы начинаем игру. Приз первого тура 500 000 рублей. Итак, запускаем лототрон. Номер 35. 5. Шар номер 5. 81. Номер 81. 55. Номер 55. Внимание! Следующий ход 5. Это значит, что прямо сейчас может быть разыгран наш суперприз. 3 миллиона рублей. Удачи! Мы ждем 5-й шар и запускаем лототрон. 48. Номер 48. Суперприз сегодня не разыгран. 3 миллиона рублей переходят в следующий тираж. Розыгрыш первого тура сегодняшнего тиража продолжается. Я напомню, что мы разыгрываем 500 000 рублей. Запускаем лототрон. 3. Номер 3. 6. Шар номер 6. 90. Номер 90. 34. Номер 34. Стоп, игра! В первом туре выиграл один билет, приобретенный на сайте stoloto.ru. Поздравляем, вы выиграли 500 000 рублей! Сейчас мы переходим во второй тур сегодняшнего тиража, и в нем мы разыграем квартиру. Запускаем лототрон. 12. Номер 12. 77. Номер 77. 87. Номер 87. 31. Шар номер 31. 1. Номер 1. 62. Номер 62. 50. Шар номер 50. 89. Номер 89. 85. Номер 85. 88. Шар номер 88. 86. Номер 86. 79. Номер 79. 18. Шар номер 18. 61. Номер 61. 78. Номер 78. 20. Номер 20. 14. Шар номер 14. 39. Номер 39. 60. Номер 60. 67. Шар номер 67. 76. Номер 76. 46. Номер 46. 83. Номер 83. 19. Шар номер 19. 49. Номер 49. 63. Номер 63. 72. Шар номер 72. 47. Номер 47. 75. Номер 75. 64. Номер 64. Стоп, игра! Приз второго тура разыгран. Квартира достается нашему участнику из Омской области. Поздравляем вас! Начинаем третий тур сегодняшнего тиража, в котором мы разыграем, Илья, еще одну квартиру. Итак, запускаем лототрон.
27. Номер 27. 29. Шар номер 29. 65. Номер 65. 68. Шар номер 68. 57. Номер 57. 30. Номер 30. 41. Номер 41. 21. Шар номер 21. 36. Номер 36. 28. Номер 28. 8. Шар номер 8. 56. Номер 56. 16. Номер 16. 10. Шар номер 10. 70. Шар номер 70. 13. Номер 13. 53. Номер 53. 26. Шар номер 26. 42. Номер 42. 54. Шар номер 54. 24. Номер 24. 43. Шар номер 43. Стоп, игра. Приз третьего тура разыгран, и мы поздравляем нашего участника из Архангельской области. Вы выиграли квартиру. Итак, сегодня мы разыграли две квартиры, а ровно через неделю разыграем еще три. И, конечно, как всегда, вас ждет большое количество денежных призов. Вам нужно лишь приобрести билеты следующего тиража, и, возможно, именно вы выиграете квартиру. А билеты на все тиражи апреля повысят ваши шансы стать новоселом. Ведь в этом месяце мы разыгрываем для вас 10 квартир и большое количество денежных призов. Участвуйте в каждом апрельском тираже. Сейчас мы начинаем розыгрыш денежных призов сегодняшнего тиража. Размер денежного приза вы сможете увидеть на своих экранах. Запускаем лототрон. Семь. Номер семь. 25. Шар номер 25. 17. Номер 17. 51. Номер 51. 84. Шар номер 84. 44. Номер 44. 38. Номер 38. 15. Номер 15. 82. Шар номер 82. 11. Номер 11. 66. Номер 66. 32. Шар номер 32. 80. Номер 80. 33. Номер 33. 74. Шар номер 74. 45. Номер 45. 40. Номер 40. 4. Шар номер 4. 52. Номер 52. 71. Номер 71. 22. Шар номер 22. 59. Шар номер 59. 73. Номер 73. 37. Номер 37. 58. Шар номер 58. 2. Номер 2. Стоп, игра. Это был последний ход сегодняшнего тиража жилищной лотереи. Итак, как мы обещали, в нашем лототроне осталось три шара. Сейчас я назову их номера. Это шар номер 9, 23 и шар номер 69. Я напомню, что эти номера зачеркивать в своих билетах не нужно. Проверьте, если ни одного из этих номеров в вашем билете нет, это значит, что вы выиграли. Дорогие друзья, скоро мы будем отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. И мы предлагаем вам поздравить друг друга с этим праздником вот такими
билетами, открытками моментальной лотереи. Они выпущены в трех разных вариантах, но любая из них подарит вам и вашим близким не только праздничное настроение, но и реальную возможность выиграть 5 миллионов рублей. На обратной стороне такой открытки вы можете написать свои поздравления и пожелания. А приобрести открытки вы можете в лотерейных киосках вашего города, магазинах «Связной» и в отделениях Почты России. Ну а сейчас вас ждут ведущие «Русского лото». Мы с вами увидимся ровно через неделю. Пока! Доброе утро! Здравствуйте! Ну, первым делом я хочу поздравить тех, кто уже успел выиграть в государственной жилищной лотерее! И тут же предложить вам сыграть в «Русское лото»! Наш сегодняшний тираж посвящен Международному дню смеха. Но тот, кто сегодня в тираже выиграет, ему будет не до смеха, ведь призы не шуточные! Вы сможете увеличить свой семейный бюджет. Сегодня мы разыграем 10 призов по 600 тысяч рублей. Ну и теперь самое время засыпать бочонки в мешок. А вот он наш мешок. Вот я его подставил. И желаю удачи всем, кто сегодня играет в «Русское лото». Призовой фонд сегодняшнего тиража «Русского лото» составляет 21 миллион 100 тысяч 975 рублей. На джекпот накапливается, с каждым тиражом становится все больше и больше. На данный момент он составляет 6 миллионов 793 тысячи 272 рубля. Ну а теперь, Ирина, давай зададим наш традиционный вопрос, Леночки. Что мы разыграем в первом туре «Русского лото»? В первом туре «Русского лото» мы разыграем 120 тысяч рублей. 120 тысяч рублей! Поехали! Номер 27. 27. А это бочонок номер 16. 16. Кругом 16. Кругом. Номер 73. 73. А это номер 38. 38. 38 попугаев. Номер 65. 65. А это номер 47. 47. Серебро в таблице. Стоп игра. Стоп игра! В первом туре выиграли 3 билета, приобретенных в Брянске, Москве и на нашем сайте stoloto.ru. Выигрыш 40 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляю вас. Мы поздравляем! Мы готовы приступить ко второму туру, и в нем мы разыграем 240 тысяч рублей. 240 тысяч рублей! И мы начинаем второй тур, номер 13. 13. Чёртова дюжина. Номер 9. 9. Айвазовский, 9-й вал. Номер 8. 8. Обручальное кольцо. Бесконечность. Боже мой. Познания математики и ряды Хусаина меня потрясают. Номер 44. 44. Стульчики. Стульчики. Номер 21. 21. Считай же, ты уже сдала ЕГЭ. Номер 23. 23. Напоминаю, что мы сейчас играем во втором туре номер 77. 77. Во втором туре играет карточка, верхняя или нижняя карточка вашего билета. Номер 20. 20. Внимание. Внимание. Следующий ход 15. Это значит, что джекпот «Русского лото», который составляет 6 миллионов 793 тысячи 272 рубля, может быть разыгран прямо сейчас. Удачи. Итак, мы пробуем разыграть наш суперприз «Джекпот». Туда-сюда, 69! 69! Сегодня джекпот не разыгран, но его призовой фонд переходит в следующий тираж. Итак, сегодня сюда, а завтра будет туда, потому что рано или поздно суперприз джекпот будет разыгран принудительно. Номер 29. 29. Номер 41. 41. Эй, голубоглазенький, номер 64. 64. Номер 75. 75. 7 пятниц на неделе. Номер 52. 52. А это бочонок 86. 86. Номер 45. 45. 45-й год. Год Победы. В этом году мы празднуем 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Номер 72. 72. А этого чонок 37. 37. Вперед и дальше. Номер 17. 17. Где мои 17 лет? Номер 56. 56. Вот теперь номер 18. 18. В жизни раз бывает. 18 лет. Номер 35. 35. А это номер 84. 84. 8,5. Федерико Феллини. Номер 83. 83. Номер 87. 87. А это бочонок 31. 31. С Новым годом, 31 декабря, номер 43. 43. Сталинград. Номер 15. 15. 15-летний капитан. Номер 67. 67. А это бочонок 53. 53. Холодное лето 53-го. Номер 39. 39. Ветхий Завет. Номер 58. 58. Стоп игра. Стоп игра! Во втором туре выиграли 2 билета, приобретенных в Москве и Краснодаре. Выигрыш 120 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем победителей. Поздравляем! И ровно через неделю в День космонавтики. В честь 12 апреля мы разыграем 12 автомобилей. Играйте вместе с нами и верьте в свою удачу. Все получится. А сейчас мы задаем Инночке вопрос. А что же мы разыграем в третьем туре русского лото? С третьего тура мы начинаем розыгрыш призов по 600 тысяч рублей. Нет, перед этим, безусловно, надо перемешать еще раз бочонки в мешке. И, как говорится, в добрый путь. По одному бочоночку номер 10. 10. Юр Мовсисян номер 30. 30. 30 лет. Мужа нет. Может и будет. Будет. У тебя все будет обязательно. Номер 62. 62. У тебя глаз веселый. Номер 60. 60. Ровно. Ровно. Номер 34. 34. А сейчас мы играем до той заветной поры номер 71. 71. Когда в каком-нибудь из купленных вами билетов не будут зачеркнуты, а точнее будут зачеркнуты все 30 номеров билета. Номер 2. 2. Служили два товарища? Ага. И-и. Номер 66. 66. Валенки. А валенки, да валенки. Да, номер 19. 19. На день лицея номер 46. 46. А это бочонок номер 24. 24. День и ночь, сутки прочь. Номер 33. 33. Кудри. Кудри. Номер 22. 22. Утята. Кря-кря. Кря-кря. Номер 50. 50. Все органично получилось. Номер 12. 12. Дюжина. Номер 32. 32. Три притопа, два приклопа. Номер 82. 82. А бабушка надвое сказала. Номер 81. 81. Бабушка с клюшкой. Это хоккеистка. Номер 14. 14. У нас еще до старта 14 минут. Любимая песня наших космонавтов. Номер 51. 51. Великолепная пятерка и вратарь. Номер 70. 70. Юбилей. Номер 88. 88. Матрешки. Номер 7. 7. Кочерга. Номер 48. 48. Половину просим. Джекпота. Номер 80. 80. У тебя и аппетиты. Стоп игра! Стоп игра! В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Архангельске. Мы вас от души поздравляем. Вы выиграли 600 тысяч рублей. Поздравляем! Мы продолжаем розыгрыш призов по 600 тысяч рублей. Мы продолжаем разыгрывать призы по 600 тысяч рублей. Номер 85. 85. Выиграли 4 билета. Выигрыш 600 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем. Поздравляем! Ну что же, продолжаем розыгрыш призов по 600 тысяч рублей. И еще призы по 600 тысяч рублей номер 6. Точка внизу. 6. У нас определились 3 победителя. Выигрыш 600 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем. Поздравляем. Продолжаем. Продолжаем. Номер 61. 61. Гагарин. Выиграли 4 билета. Каждый из вас выиграл по 600 тысяч рублей. Поздравляем вас. Дорогие друзья, сегодня мы разыграли для вас 12 призов по 600 тысяч рублей. Дорогие друзья, мы собираемся разыграть 10 призов по 600 тысяч рублей, а разыграли 12. Мы поздравляем всю дюжину победителей.
Дорогие друзья, мы готовимся к празднованию великого праздника 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и продолжаем наш рассказ о городах-героях. Одним из первых это звание получил город Ленинград. Город над Вольной Невой. Вдумайтесь, подвиг жителей города и самого города продолжался 900 долгих дней. За время изнурительной блокады города погибло людей больше, чем в Англии и в Соединенных Штатах за всю Вторую мировую войну. Вы только подумайте, вдумайтесь в эту цифру. 900 долгих дней. Слава подвигу великого города на Неве! Вечная память погибшим героям Ленинграда и других городов-героев. К праздничному 1074-му тиражу выпущены специальные билеты, специальные серии, которые посвящены великому празднику Дню Победы и четырем городам-героям. Ленинграду, Москве, Сталинграду, теперь Волгограду и Новороссийску. В каждом из этих городов вы сможете приобрести билеты, посвященные именно этому городу. Все билеты собраны вот таких специальных подарочных наборов. У них 10 билетов, которые участвуют в розыгрыше 10 мая праздничного тиража. Торопитесь, количество таких билетов ограничено. Играйте и выигрывайте. Молодое поколение знает о Великой Отечественной войне только по книгам, фильмам и рассказам своих бабушек и дедушек. Семейные рассказы о войне – это ценная реликвия. И если в вашей семье есть участники, ветераны Великой Отечественной войны, напишите нам об этом. Примите участие в конкурсе «Наша победа». Расскажите свою историю, присылайте нам фотографии, связанные с Великой Отечественной войной, с ветеранами, членами вашей семьи и поздравления в их адрес. Мы ждем ваших писем с пометкой «100 лото», конкурс «Наша победа». Адрес вы сейчас видите на своих экранах. Не забудьте указать свое имя и фамилию. Самые интересные истории и фото будут опубликованы на странице газеты «Аргументы и факты», а также на сайте 100лото.ру. В социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, на страницах 100 лото. Председатель жюри конкурса «Наша победа», бессменный ведущий лотереи «Русское лото» Михаил Парисов. Спасибо, я постараюсь оправдать ваше доверие. Наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд. Итак, мы разыгрываем оставшийся денежный призовой фонд. Номер 74. 74. Номер 49. 49. Номер 54. 54. Будьте внимательны, теперь на ваших экранах результаты выигрыша в каждом туре. Номер 76. 76. Номер 63. 63. Валентина Николаевна Терешкова. Номер 3. 3. Третье тысячелетие. Номер 68. 68. Точка внизу. Номер 89. 89. Дедушкин сосед. Номер 90. 90. А вот и сам дедушка. Дедушка вышел погулять. Сейчас мы узнаем, сколько лет дедушке. Интересно. 55. 55. Ну что, молодой, перчатки. Перспективный. Номер 42. 42. А это бочонок номер 57. 57. Следующее воскресенье, день космонавтики, номер 28. 28. Номер 26. 26. Мы приближаемся к финишной черте, номер 25. 25. Опять. 5. Номер 4. 4. Эх, Таченко, Ростовчанка. 4. Номер 36. 36. Нормально. Нормальная температура. Номер 78. 78. А это бочонок номер 79. 79. Золото. Таблица Менделеева. Золото. Забыл еще химию? Номер. Номер 11. 11. Барабанные палочки. Стоп-игра. Стоп-игра. Это был последний ход сегодняшнего тиража «Русского лото». Уважаемые участники «Русского лото», мы разыграли для вас сегодня 12 призов по 600 тысяч рублей. Играйте и обязательно выигрывайте. А мне остается только высыпать из мешка все, что в нем осталось. Осталось 4 бочонка, Ирида, проверь. Наш игровой мешок. Мешок пуст. Да, так это и... Собственно говоря, и ожидалось. Итак, я называю номера, которые остались в мешке. Номер 1. 1. Номер 5. 5. Номер 40. 40. И номер 59. 59. Эти номера зачеркивать не надо. По ним нужно еще раз проверить ваш игровой билет.
его игровая сетка. Вот она перед вами. Вы смотрите. А в этой игровой сетке не осталось ни одного из четырех номеров, которые остались в мешке после окончания игры. Значит, ваш билет выиграл! Поздравляем! Друзья, в апреле вы можете стать богаче, и поможет вам в этом «Русское лото». Специально для вас в апреле мы разыграем 10 призов по 600 тысяч рублей, 14 призов по 500 000 и 7 призов по 1 000 000 рублей. Но и это еще не все. Специально для вас мы разыграем еще 12 автомобилей. Играйте вместе с нами и верьте в свою удачу. Ровно через неделю мы разыграем 12 апреля 12 автомобилей! Это будет день космонавтики. Взлетайте вместе с нами. А сегодняшнюю передачу завершает Эд Шульжевский с песней «Мой город». По трапу самолета пойму, что дело даже не в весне. Легко на сердце от того, что вот он, мой город, тот, что вижу я во сне. Стремлюсь сюда, всегда стремлюсь упрямо, скучаю, очень душу распаляю. Здесь улицы мои, здесь папа, мама и первые мои учителя. Ну, здравствуй, мой город, сердцу дорогой. Ну, здравствуй, я так давно хотел домой. Мне снятся картинки старого двора, а значит, я понимаю, мне пора домой. И в горле ком порой мешает петь. А память — это мир с открытой дверцей, куда все мысли могут улететь. Сейчас так модно думать об отчизне, но я вам о другом сказать хочу. Я в город мой вернусь и после жизни я тихой-тихой песней прилечу. Ну, здравствуй, мой город, сердцу дорогой. Ну, здравствуй, я так давно хотел домой. Мне снятся картинки старого двора, а значит, я понимаю, мне пора домой. Давно хотел домой, мне снятся